Драма в итальянских Апеннинах. Два молодых альпиниста погибли в области Абруцца в горном массиве Гран-Сасса, недалеко от приюта, в котором остановились на ночлег. По предварительным данным, они поскользнулись на снегу во время восхождения и сорвались в долину. Спасателей вызвал их третий знакомый. Он остался цел. Еще одна 49-летняя альпинистка была найдена мертвой на высоте 2500 метров. Спортсменка собиралась подняться на гору Корно-Гранде. По предположениям спасателей, она могла погибнуть в результате схода лавины. О пропаже женщины накануне сообщили члены ее семьи.